Всем привет, друзья! Вот и наступил момент, когда мы уезжаем с острова Крит. Сегодня мы уезжаем назад домой в Германию. Ищу последний взгляд на наш отель The Artemis Palace. Это был наш греческий дом на эти 2 недели. Нас выселили из комнаты примерно в 11 часов. И до трансфера просто бродили по отелю. Мы еще пользовались привилегиями, все включено. Можно было бы вкусно перекусить или выпить бокал коктейля, или поплескаться просто в бассейне. Пришли еще раз нам посмотреть на это красивое море. Сели мы в автобус, мы первые. Людей здесь никого нет. Небольшой бус, ну как это небольшой, гигантский карус такой. Мерседес. Вот мы сели, отправляемся теперь в аэропорт. До аэропорта нас доставил небольшой, но комфортный автобус. В окнах мелькал незабываемый остров Крит. Просто не хочется покидать это красивое место. Это duty free магазин. Какая красивая ваза. Цены нигде не стоит, не стал спрашивать. Баклава 2 берешь, 9,90. Да, ну в принципе как и в магазине примерно, но чуть дороже. Чуть дороже. Разные, да. Угу. Я бы взяла две. Это турки. Кофе варить. Классно, да? Аэровинкс пролетел. Наш пролетел. Самолет наш бюджетный, компании Eurowings. И на борту вам придется все покупать самим за ваши же деньги. Поэтому, если вы проголодались, лучше поесть duty free. На таком самолетике полетим, ребята! Время прошло очень быстро.
И за 2,5 часа мы долетели до Зальцбурга. Так, друзья, прилетели. Самолетик. Все нормально, куцый танк. Вот мы опять в Зальцбурге. Продлилось это 2,5 часа полет. Удачный, хороший. Вот и закончилось наше приключение в Греции. До новых встреч, друзья, и новых путешествий!